Хвала Аллаху. Прекрасный пример от человека, который проходил мимо ларька, принадлежащего бедняку, который продавал в ней некоторые незначительные вещи. Он подумал: «Я куплю у него что-нибудь и отдам это в милостыню, и нет у меня другого намерения в этой покупке, кроме как помочь этому бедняку. Быть может, твоя милостыня зачтется вдвойне, один раз за намерение купить у него, и второй за милостыню из того, что ты купил у него. А Аллах щедрый».